что, это полная импровизация? Да. А мы всегда импровизируем. Ну, а это вообще такая таинственная вещь. Нет, только название. Вот, вот знаете, как это выглядит? Вот, так, ну, что поем? Храм. Хорошо. Все. Вышли на сцену, сели друг напротив друга. Встроились друг в друга энергетически, да? Так. Встроились в пространство зала энергетически. Обратились к Богу музыки. Так. И мы даже не знаем, кто первый родит звук и какой он будет. Мы сговариваемся только о названии. Угу. То есть задана некая тема, да? Или... Все, да. Это... Скажите, а допустим, ну вот есть у вас какие-то уже концертные номера. Они-то повторяются из выступления в выступление? Название повторяется. Название, но импровизация. Повторяется. Иногда там бывают такие какие-то мелодические кусочки. Есть 20 записей под названием «Храм». И они все разные. Да. И они все разные. Сегодня, сейчас, здесь, да, и может быть какая-то общая структура повторится, да, ну, куски, да, как бы структура там, темповая. Но все равно храм есть. Или храм. Тембровая где-то, да. Но мы же не по нотам поем и не сочиняем по нотам. Мы это рождаем каждый раз